Кто убил Бориса Немцова? Вот у нас три варианта: чеченцы, ФСБ и кто-то третий. Я не знаю, мне кажется, кто-то третий, потому что я без понятия. Зачем и кто это такой? Не знаю. Ну, то есть, не могу прокомментировать. Ну, гнойного чеченца убили вообще-то. А так, ну, наверное, ФСБ. Ты чего, нет? Почему вы так решили? Ну, не знаю. Просто ФСБ, наверное. Я в таких вопросах не участвую. Кто-то третий. Кто-то третий. Зачем это третьему? И кто это такой? А вариант ответов есть? Нет. Вот третьего и спросите. Ну не чеченцы, не? Я не знаю. Третий, не ФСБ. Третий, это может быть и чеченцы, и ФСБ, и кто угодно. Да просто. Нет, вот кто-то, кто не связан с ними. Не знаю. Да кто-то третий. Зачем ему это и кто-то это такой? Без понятия. Но не те и не другие, да? Да. А почему? Не знаю. Дмитрий Хватов. А кто это? Это мой друг. Вот у нас три варианта. Кадыров. В смысле, чеченцы, ФСБ и кто-то третий. Не, кто-то третий явно. Почему вы так решили? Ну, потому что я Дмитрий Хватов, я знаю об этом. Короче, у вас не очень симпатичный мне опрос. Потому что пусть этим занимается следствие, ищет. И а на... уже нашло. А, если нашло, пусть суд занимается этим вопросом. То есть, кого нашли, тот и виноват, да? Я не разбирался в этом деле. Мне вообще эти дела не особо интересны. Вы знаете, это вопрос, наверное, не годящийся ни для первого, ни для последнего вопроса. Я просто вам скажу, что, на мой взгляд, Борис Ефимович Немцов, несомненно, был фигурой в нашей истории, но ему не следовало заниматься политикой. Он в чем-то был наивен, в чем-то смел, любил красивых женщин, но в политике он так и остался студентом, а в физике, кажется, был кандидатом наук. Я смотрю новости. Ну, Путину это точно не надо. Не ФСБ? Да нет, конечно. Ну, что вы. А кто? Понимаете, это витрина оппозиции, чтобы его убивали, им это не надо. Кто? Ну, надо найти, ответить на вопрос, кому это надо. Возможно, что он о мусульманах плохо говорил. Возможно, чеченцы. Возможно. Они же, в общем-то, ребят такие не прощают. А кто заказал убийство Бориса Немцова? Так он сам и заказал. Дмитрий Хватов, мой друг. А зачем это ему? Я не знаю. Он очень странный человек, но интересный. И все вот эти вот события последние там, это все вот под его началом. Тоже без понятия. Я не интересуюсь убийствами и политикой. Варианты ответа. Путинский режим, Кадыров и его окружение и кто-то другой. А можно помощь друга? Конечно, можно, брат, обращайся. Давай, чё? Кадыров и его чеченцы. А зачем им это? Какие мотивы этого убийства? Я не имею представления. Ну, это они, да? Наверное, да. Нет, не могу ответить. Ну, кому? Да, чё? Это выгодно, да. Я вот так вот надо выяснить, а я этого не знаю. А за что? Вы можете предположить? За что? Ну, там много было это самое, таких вариантов, за что его можно было убить. Ну, я склоняюсь к мусульманскому следу. Кто-то третий. Да, очевидно. Очевидно, кто-то третий. За что его убили? Вы можете предполагать? Я затрудняюсь ответить. Да, может, какой-нибудь, не знаю, там, муж любовницы. Кто-то третий. Вот можете предположить, за что его можно было убить? Не могу. А вы знаете, кто такой вообще Борис Немцов? Политик. Да? Да, я слышал, но я с Украины, я только приехал. Ничего не могу сказать. Нет. Не слышали даже? Слышал, но точно не скажу, потому что, ну, неинтересно. Бывший Союз правых сил лидер. Такое впечатление, что вы не с Ютьюба. Нет, мы вам оставим даже визиточку. Тем самым вы только доказываете мое утверждение.